Веселиться и играть теперь можно вволю, ведь для этого есть все условия. У ребят в микрорайоне Трехгорка появилась новая детская площадка. Ее открыл глава округа Андрей Иванов. Я уверен, что вам здесь будет интересно, познавательно. Вы найдете себе новых друзей, будете проводить свободное время здесь, на улице. А родители просто будут отдыхать, глядя на вас, и тоже радоваться вашему прекрасному детству. Скоро здесь будет освещение и видеонаблюдение. Таких комфортных площадок с новейшими игровыми комплексами, специальным мягким покрытием из резиновой крошки будет больше, заверил глава. Таких комплексов мы уже открыли два. В Заречье, в Одинцово. Сегодня вот у нас третья и четвертая площадка тоже в городе Одинцово. И до конца месяца, буквально завтра, послезавтра, все 7 площадок откроем. Малыши уже активно освоили здесь турники и лазилки. А какое же детство без музыки, танцев и мороженого? Всем ребятам досталось сладкое лакомство. Полина Бахова, телекомпания «Одинцово».